Ну что у нас в карманцах? Носочки. Мокрые. Какие карманцы, такие носочки. Карманцы у нас сухие. Да? Нету. Какую? Что тебе от меня надо? Женщина, блин. Ой, она с ручкой. А чё куб-то? При чём здесь куб-то? Что он сделал-то? Прыгнул. Куда он прыгнул, он привязанный? Ну мы шли, а он... А вы близко шли? Я могу шлифак взять, давайте помогу. Да не надо мне ничего помогать. Нет. Спасибо, мы справимся. Подмышку возьми. Кого? К себе. Она вот пустая? Обними. Без воды, в смысле? С водой. Так нафиг я буду подмышку брать? Вот так. Ты достала меня вообще с ног до головы, блин. Стой, как ты стоял. Иди нафиг. Херак нее за что-нибудь. Ну встаньте, вы с кубиком стояли так хорошо. Зачем? Иди нафиг. С кубиком стояли так хорошо. Зачем ты же... Где там собака? Вон он. Артём, посмотри на меня, пожалуйста. Не буду, блин. Ну, тебе так идет желтый цвет? Не достала. Не буду. Чем я тебя достала? Не знаю, чем-нибудь. Я думаю, скажу, блин. Я же тебе предлагала нести сову или подсолнухи. Хочу в чистом виде. Ну, Артём! Иди отсюда уже! Куда? Мы идем. Иди задом наперед. Достал. Иди, говорю. Отнись. Что? Красивый же. Ты дурак! Ой, все. Ну и что ты наделал? Три капли на меня попало. Ну иди добавь. Там сейчас, правда, темно будет. Там уже темно. Ай! Что? Что-то упустил. Сейчас будут маленькие ее альпартивные собачки. Они там за забором. Аленка уже здесь. Ой, Аленка уже здесь. А да. Ну, ставь. Мы с Саней пошли в командировку, а ты следишь за Аленой. Нет, я за совой слежу. Одно другому не мешает, наверное. Ты можешь снять этот циферблат? Зачем? Ну, мешать будет. Он приколотил. Ну, отколоти, пожалуйста. Аленка, привет! Да. Это сова, сова, да? Представляешь? Мама. Спасибо. А можно кого-нибудь? Что, пенечек вот сюда поставить? Смотри. Да, вот этот пенечек. Ой. Пусть валяется, я подниму. Ой, нет, Ёль, это было не так задумано. Ты наступила в какашку. Погадка пошла. Чего? Она уже скинула погадку. Она делала.
Да. Все три в раннем месте. Что мы были? Собственно, так сказать, убраны на задний план, потому что появились Николенко, Артем и Аленка, которая находится за кадром. На руках у папы, который не хочет сниматься. Ведь это спасение. Сядь на пенечек. Начало фотосессии. Вот, садись, молодец. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Шляпу сняли, а Люльке отдали. Дополнительный эпизод. Он шипит, что? Шипит, пищит, рычит. Как, мужу не нравится. Ай, ёлки. Интересно, что получится в результате. Сова. Надо, чтобы она так дышать перестала. Волнительно. Не волнуйся, сова. По-моему, ты бензокосой беспокоишь. Я бензокосой не беспокоен, ты просто дальше. Сова. Где там была такие красивые пацаны? У меня птички их вырастили, посадили. У меня тоже. У меня картофельное поле превратилось в подсолнух. Понятно, чего будет больше. Не знаю, по-моему, не особо хотелось покидать свой ларек. Далее, интересно, да. Сколько тебе напишут комментариев проговорить под руку? Не замолкай. Я буду орден своей сейчас. Пойдем, мы тут уже сейчас сосала еще долбанем. А вышли к трансформатору? А? Вышли к трансформатору? Я шел за ней просто на плане, не знаю. Я понял. Он просто пошла и ушли, идет и идет. Мне нельзя садить. Дай, пожалуйста, тише. И все это злило горелку. Ой, внезапно вариант. Подходите, Бонечка, подходите. Подходите ближе, ближе. Бомурок я поднесу. Что, мя? Не, Бонь, ну елка вся такая в подсолнухах. И вдруг ты возник. Радость моя. Это чревато. Не знаю, не знаю. Надеюсь, никто не пострадает. Погадка из елки вышла 20 минут назад. Так что место есть. Но, не надо грязи в нашу сторону. Это не грязь? У Бони хорошо развит инстинкт самосохранения. Я бы не сказала. Сейчас гулять совершенно в другом направлении. Машка была права, Варьки точно так поступила. Суть попытки.
Как пройти библиотеку? Так, это были фотки на с подсолнухами, наверное, август, а с рябинками это сентябрь. Смотри. Красиво. Ну это в календарь не влезет такая. Черт возьми. А вертикаль не любит? Ну она не влезет вся вот эта. Вот, ну, вот на август было великолепная фотография. То есть мы пойдем на трансформаторе курочку печь. Нет уж, я лучше себе салатик сегодня сделаю с перцем своим помидором. Кстати, вам помидоры не нужны? Что? Помидоры не нужны? Нет. Вообще, конечно, можно и фотки делать вот такие, вот типа снизу держать цветочек. И сделать фото злой совы. Зато с цветочком. Фотосессия подходит к концу. Ёлки предложили подсолнух. Она сова зловала. В качестве бонуса. Ну, она его не будет держать. Можно вот так сделать красивую сову. Нет, эту руку ты уже потом, не... По-моему, она уже немножко приустала. Она с самого начала приустала. Она просто не хочет. Ну, хоть прогулялась немножко. И что вот, Ёля, вот цветы... Ой, как они... Мне так нравится, как подсолнухи пахнут. Не тоже. Тебе нравится? Страшно. Держи. Жуть. Держи. Держи, не бросай. Держите, не бросай. Последний кадр. Там этот знак влезает в кадр. Неосторожные дети. Какая же она все-таки красивая. Даже без подсолнуха. Просто сама по себе. Сейчас я все-таки кину на тебя.